Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор по ссылочке с интернет-магазина «Любимый Василек». Много интересного, есть новинки, ивановский трикотаж, все как вы любите. Итак, поехали. Вот в таком пакетике пришла посылочка «Любимый Василек». Сейчас мы ее с вами распакуем. Что-то счет фактуры я в этот раз не нашла, но сейчас, может, в процессе найдется. Если найдется, цену озвучу, если нет, я вам тогда подпишу. Вот такая вот милота для девчонок. Это антистресс игрушки-подушки. Безумно классные, безумно суперские. У меня Крестюшка с ними любит играть, да и Ксюшка любит с ними играть. И цены очень бюджетные за такой размер вообще. Зайка Пяточкин, малиновый, 31 на 26 сантиметров. Открываем. Вот как он выглядит. Спереди это такой обычный текстиль, который тянется, да, у нас с вами. А сзади, смотрите, она мягкая, такая велюровая. Очень классная. Зайка супер. У меня Крестюшка любит зайк. Подушка-игрушка. Я уже брала в Васильке игрушки. Мы довольны. Мы очень довольны. Поэтому покупку повторила. Порадовать своих девчонок. Этикеточку вот эту отрезаем только потому, что у меня мелочь любит их есть. Да? Классный. И размер большой, мягкий. Они наполнены такими шариками. Мелкими шариками. Их очень приятно жамкать в руках. Даже взрослым, не только детям. Супер. Дальше, девчонки, хочется с вами посмотреть платье. Трикотажное платье, красное. Сейчас скажу, как называется. Здесь написано. Нет, не написано. 95. И состав даже не пойму, от руки написано. Сейчас посмотрим этикеточку, если внутри будет. Платье в размере 56, потому что оно такое должно быть свободное. И я даже не ожидала, что оно будет такое, потому что на фотографиях на сайте оно другое. Оно кажется, что оно однотонное. Оно здесь рифленое. Вот камера тоже не передает почему-то этого. Сейчас распакую, посмотрим. Потому что платьев у меня совсем мало. Бывают такие мероприятия, где нужно платье, да? Ой, какое оно легкое, приятное, девчонки, вообще. Прям похож на вискозу. Смотрите, вы видите вот эту рифленость? Вот, да? Видите? Вот оно такое рифленое. Вот на сайте тоже не видно, что оно рифленое. Я вам ссылочки, как всегда, все под видео оставлю. И на Инстаграм Василька, там новиночки выходят первыми. И на сайт, и на каждую вещь, если в наличии будет на момент выхода видео. Вот такое вот платьице, оно просто, смотрите, рукав 3/4 получается, оно просто прямое, немножко даже клешенное к низу, а расклешенное от груди, вот судя по фотографиям на сайте, да, и вроде как здесь должны быть карманы, если я не ошибаюсь. А я, наверное, ошибаюсь. Нет, карманов нет. Нет, нету. Ну, в общем, померяем все с вами, все покажу. Оно очень легкое, такое струящееся. Мне кажется, оно хорошо сядет по фигуре. Вот такая ткань, я уже чувствую. В общем, будем смотреть. Девчонки, взяла вот такой свитшот мужской. В 56-м размере. Тоже потому, что свитшот должен свободный быть, да? Называется картель, цвет антрацит. Так, сейчас посмотрим с вами. Откроем свитшот. Свитшот вообще взяла на подарок. Потому что сейчас впереди праздники. Мне кажется, дарить вещи – это очень практично. Ну, а Васильке, вы сами знаете, самый бюджетный сегмент и самые классные вещи. Ну, по мне так. Качество иванского трикотажа сейчас вообще на высоте, у меня никаких нареканий. Так, вот этикеточка. Василек, да, со штрих-кодом. 56 размер. Это такой обычный классический свитшот. Кому подарю, пока не знаю. Папе, мужу, сестры, кому подойдет, как бы тот и возьмет, да. Вот такой симпатичненький. Вот здесь надпись. Свитшотов очень много в Васильке. Горловина достаточно свободная. Потому что я знаю, многие мужчины, вот, например, у меня папа не любит, когда под горло давит. Здесь достаточно свободная горловина. Просто надпись спереди вот такая. Внизу резинка. И на рукавах такая же резинка. Серый классический свитшот. Очень приятный на ощупь. Здесь у нас с вами какой состав. Это футер двухнитка плюс рибана. Состав вообще замечательный, хочу сказать. 80% хлопок, 20% полиэстер. Вот такой вот классный свитшот. Я беру на 52 размер, 56 в Васильке. Да? Просто много вопросов. Какой у мужа вашего размер? У мужа 52. У мужа сестры тоже где-то 52-54. И вот 56 размер, если это не модель оверсайз, потому что если есть и футболки оверсайз, да, то я беру, как правило, на 52, 56, так же, как и себе. Вот и накладная нашлась. Сейчас я вам скажу. Так, что у нас было первое? Так, свитшот мужской 968 рублей. Игрушка 255, представляете, такая большая. Так, и платье 656 рублей. Вообще копейки. Мне кажется, оно так здорово будет смотреться. Я уже не дождусь примерки. Поехали дальше. Так, что у нас тут следующее?
Так, следующее, это пижама мужская, называется «Дым черный плюс береза», в 56-м размере. Взяла Женя носить по дому, потому что все себе набираю пижаму, у меня нету. Он вам обязательно померит и покажет. Так, пижама мужская. Ищем. 891 рубль. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Она симпатичная. Пусть дома ходит красиво, правда? Что мы все о себе, да о себе. Здесь футболка с коротким рукавом. Там есть пижама с длинными рукавами, если у вас вдруг дома холодно. У нас просто жарко. Вот такая футболка. Обычная черная футболка. И здесь у нас надпись спереди, да? Очень хорошо, как всегда, все обработано. Все достойненько, все прекрасно. Вот такая горловина тоже достаточно широкая. Этикеточка «Василечек» со штрих-кодом. И штанишки веселенькие. Штанишки веселенькие. Вот такие. Класс, класс, мне тоже нравится. Штаны, так, резинка пристрочная, вертеться не будет. Васильки я вообще не встречала уже резины, которые не пристрочены. Кармашки есть. И внизу просто подшито, никакой резинки, ничего нет. Свободные, хорошие хлопковые штанишки. Очень приятные, на ощупь очень легенькие. И расцветка такая веселенькая. Ну, конечно, боди для Крестюшки. 74 размер, на рост 74, да, 315 рублей стоит, звездочки взяла. Бодики летят, но уже на 74-го у меня запас большой, поэтому я пока останавливаюсь. Бодики больше брать не буду, потому что нам хватает. Достаточно, в принципе, 5 бодиков вот так за глаза. Перед купанием, каждый день ее купаем, мы снимаем, кладем в стирку, одеваем следующий. Как бы, и потом постирал их все, и все, они у тебя опять... О, слушайте, эта модель вообще не маломерка. Она такая прям даже вот, если ребенок пухляш, подойдет. Так, это Bonita Kids. Очень хорошая марка, мне безумно нравится. Здесь у нас с вами нет вверху пуговичек. Здесь у нас просто такой вот запах. Я очень, кстати, люблю такие запахи. Никаких пуговичек, ничего. И за счет этого получается широкая горловина. В то же время, когда одеваешь, все красиво, аккуратно. Длинный рукав. И здесь две пуговички. К пуговичкам никаких нареканий у Bonita Kids нет. Хоть вот так вот их тяни, ничего с ним не случается, не отлетают, ничего. Вот такая вот милота, девчонки. Просто прелесть. Детских вещей ассортимент пополняется с немыслимой скоростью. Я просто захожу и заглядываюсь. Пижама для Ксюшки. Называется Bubble Gum. Так, она у нас с вами 462 рубля. Очень интересная, классная. Размер 146 я беру Ксюше. У нее сейчас рост где-то... Ну, 135, наверное, вот так. 146 размер я ей беру, чтобы тоже было свободненько. И имейте в виду всегда, хлопок дает усадку при стирке. Вот такая классная футболка. Bubblegum. И вот такие шортики. Просто прелесть. Кстати, в таком костюме вот вполне себе можно летом и гулять. Не обязательно он может быть домашним, да? Очень стильненько, красиво. Не обязательно он может быть пижамкой. Да, здесь тоже резиночка пристрочена, вот такие вот шортики. А наша модель обязательно тоже его померяет. Из новиночек взяла себе майку, вот такую вот красивую. Сейчас такой вот принт, да, как уже не штаны, как у меня костюм, ваш любимый из Василька серый, вот этот принт, он сейчас актуальный, модный, да? Так вот эти вот разводы под мрамор и так далее. Это майка женская Флора, синий дым. Размер взяла 56. Сейчас посмотрим с вами, потом тоже обязательно померю, покажу. Так, цену я вам сказала, 323 рубля, все удовольствие. Вот такая маечка, она не на бретельках, она, ну, цельнокройная, вот, вспомнила слово. Достаточно широкая, будет свободненько, хорошо. Такую можно, девчонки, и в пир, и в мир, и под пиджак, и под кардиганчик, и подо все. Ну, подо что-то однотонное, да, потому что сама майка, она по себе уже акцент. Да, и очень симпатичненько, длинная, все классно, супер, все здорово подшито. Такая вот, ее можно как и нарядный вариант, как бы так и повседневный. Дальше взяла себе белье. Двое трусиков. Так, сейчас с вами откроем и покажу. Мне нравится белье высокие. Можно выбрать очень красивые модели. Хлопок повседневный. Все прекрасно. Я сейчас отдаю предпочтение хлопку. Так, одни у нас с вами нежно-розовые в размере 4XL. Это 50-52. Я уже трусики там беру 50-52, потому что больше они мне великоваты. Смотрите, какие большие, как здорово тянутся. Приятные повседневные трусики. По цене 93 рубля, все счастье. И следующий черный 91 рубль. Сделано очень интересно. Но здесь уже 52-54, потому что не было, наверное, 4XL. Вот. И они такие с высокой посадкой. Сейчас я этикетку оторву, чтобы вам было лучше видно, какой здесь
какая здесь фишка, в чем здесь задумка, да? И здесь вот такая вот полосочка интересная сверху. Сами трусики обычные хлопковые, тянутся очень хорошо, и мне кажется, они даже будут прям утягивать. Вот такая вот у них состав. Состав. Не вижу, девчонки, состав. Этикетка. Нет, тут состава нет. Но на сайте в любом случае он наверняка есть. Интересно. Они, мне кажется, как утяжечка. Вот, да, они тянутся, но они вот так вот пружинят. Здорово. Классные тоже повседневные трусики. Вообще как бы супер. У меня целый арсенал полотенец. Первое полотенце вафельное 45 на 60. Фиалка однотонная. Вот так оно выглядит. Просто однотонное. Это я взяла маме, потому что у нее кухня в таких вот тонах. Тоже на подарочки к праздникам. Так, ищем с вами фиалку. Полотенце фиалка 69 рублей, девчонки, 69 рублей. Размер его, я вам сказала, 45 на 60. Не буду распечатывать, пусть так в пакетике и лежит. Вы поняли меня, вафельное полотенце, классное, супер, все замечательно. Так, следующее полотенце взяла махровое, вот такое вот, это себе. Я уже вам говорила, что собираю, сейчас обновляю полотенчики в таких тонах вот однотонных, спокойных, красивых, беж, белое, коричневое, вот мне очень нравится. Так, полотенце махровое, это у нас с вами Туркменистан. Есть Узбекистан, есть Туркменистан. Туркменистан 430 грамм на метр квадратный. Они немножко поплотнее, нежели Узбекистан. Но и те полотенца вообще великолепные. Самые бюджетные полотенца, девчонки, Васильке, запоминайте. И они крутые. 329 рублей в размере 70 на 140. Угу. Открываем. Перед использованием желательно любое полотенце постирать с кондиционером. И тогда оно дольше будет мягким и дольше будет вас радовать. Да? Вот такой вот коричневой расцветки, вот такое огромное полотенце. Да, принт, видите, по бокам? Мне очень нравится цвет. Мы сразу будем понимать, где чье. Мы с Ксюшей там себе какие-нибудь светленькие, бежевые, коричневые повесим Жене. И отлично, замечательно. Мне очень нравятся сейчас такие расцветки. Прям. Оно толстенькое, оно плотное. Они прекрасно впитывают. Нареканий вообще никаких к полотенцам нет. И за такую цену, ну просто сказка. Дальше у меня целый набор полотенец из Дробошки. Вот такие вот красивые. Тематика кофе. Это я сестре, скорее всего, подарю. Так, эспрессо. 3 штуки размером 45 на 60. 221 рубль. 3 штуки, девчонки. Здесь 3 штуки. Вот видно, они здесь загнуты. Вот одно идет. Вот, вот второе, вот третье. Три вот таких потрясающих полотенца. Ей вот в такой расцветке как раз подойдут. Вот сзади у нас целиковое. Как они смотрятся? Это ракушка. Это уже не вафельное полотенце. И не, и не махровая, а рогожка. Они служат очень долго, они довольно практичные, они хорошо стираются. Это такая, знаете, ткань, похожая чем-то на лен. В общем, классные полотенчики, и цена вообще смешная, поэтому да. Так, дальше еще полотенце, девчонки. Теперь Олива. Тоже не знаю, кому подойдут, но мы сейчас с вами распечатаем, посмотрим. Может, и себе оставлю какие-нибудь из этих. Так, Олива у нас... полотенце, рогожка эспрессо, Оливия, 207 рублей, еще дешевле. Вот такой тут интересный принт, да, есть такие скатерти. Кстати, можно в Васильке собрать комплект полотенца, скатерть и шторы, и будет вообще великолепно. У меня, кстати, и шторы на кухне, и скатерть из Василька, из одной ткани, одной цветовой гаммы, и это смотрится очень красиво. Я искала полотенчики такие, но сейчас вот нет таких, как у меня шторы, да. И как появится, я обязательно себе закажу, и в целом будет как бы комплект, и будет очень симпатично. Так, смотрите, вот как выглядят полотенца Оливия. Они тоже из рогожки, чтобы вы вообще понимали, что это такое, да, и с чем это едят. Вот такой размер. Три края у нас с вами прошиты, а один край, он такой вот, видите, обработанный. Они плотненькие, они хорошо впитывают, они долго служат. У меня вот к ним нареканий тоже никаких нет. Материал, вот видите, какой. Оно вроде и не вафельное, и не махровое, вот такое вот, но достаточно плотненькое, симпатичное. Повесил как бы, и здорово, хорошо. Кто-то вместе с лампой чуть полотенце не упало. Кто-то любит пришивать к ним крючочки, кто-то не любит. Мне, в принципе, без разницы, я и так могу повесить. Но они все, в принципе, похожи. Вот острый перчик здесь, да? А здесь острого перчика прям побольше. Вот такая красота, такой набор. Так, и еще один набор у меня с вами. Набор полотенец Дракошка «Травы из Прованса». Он красивый, тоже с сиреневой тематикой, поэтому тоже, может быть, маме уедут эти полотенца. Так, ага. Ищем. «Травы из Прованса» 191 рубль вообще, девчонки. Тоже размер 45 на 60, 191 рубль. Три полотенчика. Вот такие они красивые.
Весна, красота, здорово, прекрасно, да? Вообще супер. Такая композиция. Мне очень нравится. Так, ну что, теперь у нас вроде с вами примерка. Поехали. Ну, мальчик очень классный. Вот вверх вам показываю подробно. И вырез красивый. И красиво смотрится. И вот если здесь вот зона проблемная, да, то оно все скрывается. Все как бы отлично. Вот так она смотрится. И, в принципе, 56 размер. Я не скажу, что мне свободно. Мне на животике вот прям обтягивает. Длина. У меня тут трички домашние как раз под цвет маечка. Длина до середины попы где-то. Да? А так очень красиво. Вот прям под пиджачок под какой-нибудь одеть, когда будет вот вырез вот так, так торчать. Здорово, мне нравится. Маечка классная, хорошая, расцветочка супер. Так, теперь платье. Слушайте, ну платье вообще супер. Как я и говорила, оно струится по телу. Оно по телу струится, оно свободное, оно классное. Оно вообще супер. Так, наверх сильно не обращайте внимания, я сегодня в спортивном топе. Так, и вырез красивый, и все супер. Вот смотрите, видно вам, что ткань рифленая. Вот так только видно, да? Поэтому и на сайте не видно, почему-то камера этот момент не схватывает, не передает. То есть от груди оно у нас с вами клешоное, оно животик ничего не обтягивает. То есть все свободненько. Все наши с вами проблемные места ничего не обтягивают. Ручки, мне кажется, даже странит. Вообще красный цвет супер. Мне кажется, я влюбилась в это платье, а у меня прям к Васильку просьба, выпустите в других цветах. Это что-то с чем-то. Это так приятно. Это вот весной конять. Лето можно тоже сверху какой-то пиджачок, курточку, косуху. Вообще будет стильно. Косуху, кроссы. Сейчас я вам по длине покажу. Так, смотрите. Видите, как свободненько оно здесь. То есть к низу оно расклешенное. Оно безумно стройнит. Да? Вот абсолютно. Оно не светит. Ничего не просвечивается. Длина у меня чуть ниже колена. Чуть ниже колена. Смотрите, какая прелесть. Другой ракурс хочу, чтобы вы рассмотрели это платье, потому что, девчонки, оно обалденное. Вот. Видите? Оно нигде ничего не обтягивает. Оно свободно. От груди клешоное. И длина. Чуть ниже колена. То есть все наши какие-то недостатки оно абсолютно скрывает. Да? Сзади. Это 56 размер. Сейчас вам озвучу свои параметры. Красную помаду, слушайте, огонь. Женщина вам тоже в первый мир. Я безумно довольна. Вот прям рекомендую вам присмотреться. Платьице супер просто вообще. Такая красота. И хорошо, кстати, что нет все-таки карманов, потому что здесь тогда бы что-то топорщилось. А так оно ровненько, красиво струится. Прям вообще, ну, девчонки, да? Красный огонь, огнище. Мои параметры. А, так, грудь 107. Талия 89, бедра 112, 111, 112, наверное, где-то вот так. Вот, это 52 размер. Вот платье в 56 размере, как сидит. Если бы я взяла поменьше, да, может быть, тоже было хорошо, или свой размер, да, 52, 54. Но мне кажется, вот здесь могло бы обтянуть, или где-то на спинке обтянуть, и было бы не очень красиво. Поэтому такое платье, мне кажется, в любом случае однозначно надо брать побольше. Классно, супер, я вообще счастлива. Не дождусь весны, чтобы в нем пощеголять. Так, теперь Ксюшин выход. Вот она в пижамке. Как раз. Я думаю, мне еще недолго осталось есть 46 размер брать. Скоро 152 будем брать. Да. Так, а карманы есть? Нет, по-моему, нету шортиков, да? Да. Ага, ну повертитесь нам, красотка моя. Ути, мое солнышко. Красиво? Да. Удобненько? Да. Спать можно. Спать можно. Вот пижама на Жене. Классно. Все супер. Повернись. Красота. Очень симпатичная. Сейчас посмотрела, на всех полотенчиках есть петелька. Представляете, не увидела, когда вам показывала. Так что вообще красота. Ну и на этом все, мои хорошие. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересного. Все полезные ссылки в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.